Вот подъехал житель Малиновки. С детьми. В школу едут, проехать не могут, потому что неизвестные лица перегородили дорогу. Вот вот эти лица, да, стоят, перегородили дорогу. А уберите нам, пожалуйста, мы проедем. А где мне ехать? А кто запретил-то, скажите, кто запретил? По объездной я не могу, там машину разбить можно. У нее очень дорогая машина, она не самолет, она летать не умеет. Мы вас не слышим, убирайте свои знаки, нам вот нужно проехать. Советует нам работник неизвестного юридического лица. Делать что хотите. Как попадать в садики, как попадать в школы, никто не знает. Кто в поликлинику должен проехать, как проехать, никто не знает. Предлагает учить правила дорожного движения. И закрылся в машине. Молодой человек, представитель власти, представитель закона, как вам обратиться? Не трогайте его, пожалуйста, руками, он должен отреагировать на мой голос. Не можем подъехать к своему дому. Вот стоят машины, нас не пускают. Машина, кстати, у некоторых дети сидят малолетние. Очень холодно, минусовая температура на улице, сильный ветер. Штрафуют людей, угрожают составлением акта штрафа забрать милицию. Женщины возмущаются, в машинах дети сидят. Перекрыли дорогу к своим домам, вот наши дома. Сотрудники сидят в теплых машинах, греются. Игнорируют. Люди стоят, не пускают домой. Вон машины стоят.